Что ж ты такой тощий-то? Бабуль, да и прогон целыми днями ест. Ну просто у него возраст такой, все сгорает. Ой, знаю я, как вы едите. Все холодное да кусками. Вот что, значит, не приучила мать питаться по-человечески. Ни супа горячего, ни каши, ни молочного, ничего. Того и гляди, гастрит заработает. Мама. А что я неправильного сказала? Всем приятного аппетита. Спасибо. Добрый вечер, Антонина Михайловна. Здравствуй, Ирочка. Опять ты поздно. Шеф уезжает в командировку, я готовлю документы. Пропади пропадом, такая работа. Как это пропади? Я много сделала для фирмы. Меня ценят. А такую зарплату еще поискать надо. Да-да. Но на семью-то времени нет. Ну, семья уже у нас большая. Могли бы и сами себе картошечку пожарить. Ладно, не ворчи. Я на неделю всего наготовила. Вот борщ, вот котлеты, вот пирог с рыбой. Все. Все же лучше, чем магазинские полуфабрикаты. Садись, поешь, пока не остыла. Спасибо, я не голодна. Алена, посудку помой. У меня разговор важный. Пусть Леша. Не, у меня еще бокс. Бои профессионалов. Спасибо, все было очень вкусно. До здоровья, детонька. Давай. Ну, ладно. Уже поздно. Нет уж, пора. Игоряша, сынок, проводи меня. Да, мама, конечно. Игоряша, возьми с собой, что тебе нужно на завтра. Я тебе хоть как следует отутюжу брюки и рубашку. Боже мой, да, этому пальто тоже лет 200. А что это за шарф? А почему ты не носишь тот, что я тебе связала? Не сердись. Игорь, почему ты меня всю жизнь подставляешь? Ну, неужели так сложно было хоть что-нибудь приготовить? Игоряша! Иду, мама. Не расстраивайся. Я у нее ночевать останусь. Светик, привет. Я проспала. Бегом ко мне, дружочек, бегом. Так, я сейчас тебе пришлю кое-какие параметры, так, посмотрим вместе. Хорошо. Но почему так всегда? Вот объясни мне. Когда надо, я в 6 утра встаю, а сейчас на каждом светофоре красный свет. Держи сумку. Да успокойся, ты какая-то ненормальная. Нельзя так относиться к работе. Ничего, ничего. Ничего, Бог поможет, все успеем. Сумку дай. Интересно. А? Светлана Петровна, вас к телефону. Говорят, срочно. Понимаешь, день еще не начался, уже срочно. Иду. Простите, пожалуйста, а что происходит? Вы что здесь делаете? Доброе утро. Оптимизация процесса. Оптимизация чего? Процесса. Товарищ, вы не заблудились? Вообще-то это мой кабинет. Компьютер, кстати, тоже. Я в курсе. Вы бы не могли еще немного потерпеть? Я? Потерпеть пару минут. Послушайте, вы что, издеваетесь, что ли? Вы кто такой? А? Андрей Андреевич Корнев. Вот. И что? Это вам. Мне? Здесь личное дело, заявление, копии, паспорт.
трудовая, все, что положено. Возьмите. С сегодняшнего утра я работаю здесь. Берите, как? Берите, берите. Этого не может быть. Почему? Ну, потому что всеми кадровыми вопросами в этой фирме занимаюсь и я. О! Я вижу, вы необычайно быстро сблизились. Доброе утро, Ирочка. Привет, рад видеть. Ну как, ознакомился? Сейчас новые программы принесу. Хорошо, очень хорошо. Ирочка, давай минут через 10 встретимся и пообщаемся. Альберт Иванович. Над отчетом. Как, что? Как вы можете? Почему вы меня сейчас взяли и такое глупое положение поставили, Альберт Иванович? Что случилось? Ну, кто этот человек? Почему я узнаю о том, что он у нас работает только от него, а? Ирочка, бог мой, ну о чем ты говоришь? Прости. Да, я виноват, я не успел тебя предупредить. Но понимаешь, меня самого вчера вечером с ним познакомили. Кстати, он очень хороший программист, классный. Как программист? Программист. А вот эти два бездельника, которые полтора месяца ремонтируют, они мне просто надоели. Пожалуйста, поговори с ними и увольняй их. Да, а если будут сопротивляться, давай ко мне в кабинет, хорошо? Да, ну, хорошо. Ирочка, все хорошо. Андрея я попросил, чтобы он проверил твой компьютер. Надеюсь, теперь он зависать не будет. Прости, Ирочка, что так получилось. Ну, накладка вышла. Но ты, мать, даешь. Ладно, давай через 15 минут. Вот, обновлю базу, и ком станет как новый. Естественно, ваше отсутствие. Вы уж извините и не сердитесь. Я хотел как лучше, а получилось. Да нормально получилось. Если уж кому и просить прощения, то точно не вам. Как идиотка. Напала на вас, да? Простите, пожалуйста. Вообще, если честно, вы вовремя пришли, потому что я полдня трачу на то, чтобы на всю эту борьбу с этим чудовищем. Ирина Андреевна, я обещаю, что это чудовище превратится в доброго волшебника. Компьютерщик новый. Так, посмотрим. О, смотри-ка. Я думала, он чуть старше нашей Аленки. Mm-hmm. А ему, оказывается, 26. Mm-hmm. Угу. Ух ты, смотри, служил в морской пехоте. Прям Голливуд, крепкий орешек. Ой, не говори. Где же-то наш Альбертик? С ним вчера познакомился. Случайно. Mm-hmm. А что ты стоишь? А, Свет, ну что ты встала? Ты опять расслабляешься? Свет, иди, я тебе сейчас все пришлю. Ну, пожалуйста, ну иди, ну, Свет, ну иди работай, ну, пожалуйста. Я жду. Мама дорогая. Ой, ты моя краснодевица. Ёжик, ты куда? Мам, я останусь здесь. Хорошо. Только дождись нас, ладно? Обязательно дождись. Ну все. Но мы не скоро вернемся. Лишь бы не потрог. Так, я хочу что-нибудь такое, ну, костюмчик с пиджаком, да, чтобы было... Говорю, что хочу белую кофточку, чтобы была с рюшечками и брючки какие-нибудь. Вон, смотри, похоже. Алло, ну как, а?
слушай, мне нравится, да? А это хорошо? Ух ты! А так? Правда? Нормально? Все, и это возьму, и это возьму. Слушай, Ален, как же ты у меня выросла, а? Я только сейчас заметила. Правда, прям барышня. А фигура Клавдия Шифер. Мам, Клава звезда твоей молодости. А сейчас, чтоб сравнивать, ну, хотя бы Жизель Бунхен. Кто? Не купили ничего, что понравилось бы Кириллу. Интересно, а что бы понравилось Кириллу? А кто такой Кирилл? Кирилл дизайнер. И он говорит, что я должна носить только светлые вещи. И у тебя с ним роман. Детка, смотри, чтобы голову не вскружила. Ну, давай, скажи, познакомишь нас? Ну, как-нибудь потом обязательно. Ой, кто это нас ждет? Мой хороший. Спасибо, что дождался. Новый мировой рекорд. За это время можно было слона из Африки привезти. Я больше с вами никуда не пойду. Ну подожди. Мы потратили деньги, наверное, на год вперед. Как, а компьютер? Ну теперь уже не знаем. Пойдем. Значит, потом... Добрый день. Нажмите Ctrl-Alt-Delete и выберите Explorer. Затем нажмите кнопку N-Task. На предложение выключить машину ответьте отказом. Здравствуйте, Ирина Андреевна. Здравствуйте. И снова нажмите N-Task в следующем окошке. Потом мгновение, и Task-бар снова появится. После чего... Прошу. Спасибо. После чего на вновь появившейся панели задач могут исчезнуть значки. В частности, индикаторы языка клавиатуры. Вам надо зайти на панель управления «Свойства клавиатуры» и нажать «Отображать», точнее, снять галочку «Отображать». Ирина Андреевна. А, спасибо. Отображать индикатор языка на панели задач. Доброе утро, Ириночка Андреевна. Доброе утро, Надежда Павловна. А что ж вы не пришли в школу на родительское собрание? Вы знаете, как-то дел много навалилось. А вашу Аленку вспоминали? Да. Боевая девчонка. Сцепилась моей Ленкой. Вы наверх не поднимаетесь к себе? Нет, нет. Я просто документы жду, должны подвезти. А я вот спешу. У нас каждая минутка под контролем. Как вам Андрей? Какой? Ну, ваш новый компьютерщик. Это мой сосед. Очень положительный молодой человек. Пожалуйста, не обижайте его. Погодите. Да, алло. Альберт Ивановича нет, он в командировке. Да. Ну, позвоните через неделю. Пожалуйста.
говорите. Алло. Здравствуйте, Ирина Андреевна. Здрасте. Ирина Андреевна? Добрый день. Мешаю, да? Да, то есть нет. Сервер чищу. Ну, я на секундочку. Мне просто совет нужен. У меня сын. У него день рождения. Я хочу сыну на день рождения компьютер подарить. А сама вообще не бельмиса в них. Не понимаю, поэтому... Вы не могли бы написать, какую марку выбрать и какие параметры? Угу. Ирина Можно? Андреевна, я могу поехать вместе с вами в салон и выбрать нужную модель. Могли бы? Да. Что, прямо сегодня? Можно и сегодня, только после 8 нет смысла выдвигаться. Ну, я до 18. Хорошо, буду ждать вас в вестибюле. Угу. Спасибо. Не за что. Заберу. Да, конечно. Владимир, ну вот смотри, вполне симпатичная модель. Пап, а ну-ка подбрось меня. В этом компе клава неудобная. Ну, доска. И как я под это железо буду дрова брать? А на этой тачке мозги слабые, а в той камень трухлявый. Слушай, ну а вот эта модель, ну, по-моему, вполне папа, приличная. Это вообще Маздай, полный отстой. Такой сакс может попасть только Ламмер, без имхо. Понимаешь? Понимаю. Как сивый мерин без иго-го. Ирина Андреевна, скажите адрес. Улица Бажова, дом 38, квартира 15. Угу. Подождите, подождите. Я Лёшке своему хотела сделать сюрприз, а у него день рождения только через 8 дней. Ну, в принципе, в течение 2 недель доставку можно на любой день оформить. Сегодня 24-е, значит, на 1 ноября. На 1-е. Не знаю, как-то... Большое спасибо, доставка не нужна. Как? Подождите, но... У меня дома это сохранится все лучше. Тем более 8 дней – это тот срок, который нужен мне, чтобы довести железяку до ума. И загрузить ее необходимыми для юного дарования программами. Возьмите чек. Да. Пойдемте ловить такси. Да. Пойдемте. Ой. Подождите, подождите, давайте я вам помогу. Извините. Ну и? Так, папуля, вот с этой фичи мы попробуем взлететь. Тут такая плотность, что ты у меня вмиг юзером станешь. Ну вот, почти пришли. Ой, что? А не поможете? Что? Ключи вот в правом кармане. А-а-а. Здесь? Да. Угу. Вот большой. Что? Который какой? С дырочками. Вот этот? Да. И? Какой? Нижний и в нижний. Нижний? Два против часовой. Вот так. И ручку вниз. Есть. Пожалуйста. Вот. И еще раз спасибо. Я поехала. Так, Ирина Андреевна, раздевайтесь и проходите. Мандерсовы. Ну, вы считаете, логично будет, если я эту покупку буду праздновать в одиночестве? Если не отметите, она будет неудачна. Да. Ну, хорошо. Хорошо. Чтобы Лешка не ругал потом. Да.
Вы проходите, а я пока на кухню. Да. Очень любила отца и даже мне не захотела другого имени давать. Я ушел в армию, а отец к другой женщине. Когда я вернулся, она уже болела раком и стала слабая, как ребенок. Я закрыл ее спальню и свою комнату. И уже много лет не хожу туда. А здесь вот оставил все, как она любила. Отец ее, конечно, всегда ругал за непрактичность. Ну, пусть раз она так хотела. Мне после ее смерти до сих пор было очень одиноко. Я на нее немного похожа. Нисколько. Она была добрая, нежная, ласковая. А ты холодная, надменная скандалистка. Я когда впервые встретил тебя, поразился. У тебя те же интонации. И миришься ты так же искренне. Мне тебя, ну, как и я, захотел защитить. Со мной такого еще никогда не было. Андрей. Андрей. Который час? Час ночи. Боже мой, мои меня уже потеряли. Спокойно. Алло. Девушка, будьте добры, машину на улицу Гагарина, дом 7. Сколько? Хорошо, спасибо. Ну что? У нас 10 минут. Рота, подъем. Керри! Ирина Андреевна? Андрюша, добрый вечер. Добрый. Ой, что я говорю? Да, ну, давно ночь на дворе. А моему Керри тоже не спится. На улицу запросился. Бывает. Вы уж меня извините, ради бога. Я не думала, что в такое позднее время кто-то будет в подъезде. Поэтому выпустила его без поводка. Вы не бойтесь, Ирина Андреевна. Если к нему без агрессии... Он не тронет. Может, вы все-таки пройдете? А вы ближе к двери прислонитесь, а то вдруг нечаянно. Пошли, пошли, пошли домой. Черт бы побрал ее с этой собакой. Не обращай внимания. Ну, догадалась и догадалась. Пусть лучше порадуется за нас. Она не порадуется. Она всем растрезвонит. Забудь. Постой. А? Завтра, ну, то есть сегодня уже, я буду тебя ждать. Я приятелю обещал машину починить, поэтому уйду утром. Вернусь во второй половине. Не потеряй. В этой пульке моя жизнь. Да, но я... Припоздаю, дверь откроешь сама.
Когда едешь, позвони мне. Да, хорошо. Игорь, прости, ради бога. Прости, я виновата 100 000 раз. Ну что ты встал? Ну, Игорь, ну что ты встал? Ну дуй же по ногам, ну по ногам дуй, а ты без тапочек опять. Давай, иди, я тебе расскажу потом, приду и расскажу. Почему ты телефон отключил? Ну, Игорь, ну иди, ну пожалуйста, ну иди. Игорь. А? Мы со Светкой поехали покупать компьютер Лёшке на день рождения. У меня там чек есть, я тебе покажу. Светка разбирается в компьютерах. Ну почему Светка? Мы с ее мужем на их машине поехали. Вот, вы выбрали, купили, а везти их-то куда? Мы же Лёшке сюрприз хотим сделать. Ну вот. Саша предложил, мол, давай к нам. А до 1 ноября новые программы можно установить. Ну, это было, предположим, 8. А сейчас 2 ночи. Так мы решили отметить это дело. Выпили. А ты знаешь, я как выпью, меня сразу ко сну клонит. Ну, я и... как-то неожиданно уснула. А эти, вместо того, чтобы меня разбудить, еще и пледом накрыли. А на мобильнике у меня просто батареи сели. А почему? Что почему? Давай спать. Вы завтра отдыхать, а мне на работу. К приезду Альберта еще отчет нужно подготовить. А чего это, а? Да, так копался в архивах своих. Вот. Старина Петров до сих пор считает, что я талантлив, и предложил дать его журнал что-нибудь. Ну и правильно. Как интересно. Ну что, пойдем, трудяга? Ой, пойду я, наверное, в ванную приму. Ой. Привет, Игорь. Привет. Проходи, раздевайся, присаживайся. Рад тебя видеть. Прошу. Спасибо. Извини, что порчу тебе субботу. Да ничего страшного, старичок. Я в первую половину дня всегда в офисе. Тихо, спокойно, пишу, правлю. Аркаша, не нужно ничего. Поздно мне начинать. И не хватит у меня пороху. Ну, только мне не рассказывай, пожалуйста. Я же вижу, что дело в другом. Что случилось?
Знаешь, последнее время какое-то странное состояние. Антидепрессанты глушу. Ира. Привет. Да, дочитываю. Ну, в общем, ничего, но несколько конкретных замечаний, конечно же, есть. Да, во второй части. Да, во второй части. Ну, сегодня верстка и вечером в печать. Лады, я тебе перезвоню. Хорошо, все, пока. Игорь, я никуда не тороплюсь. Раздевайся, попьем кофе, посидим, поговорим. Спасибо тебе. Я пойду. Тебе надо отвлечься. Начнешь работать, писать, все дурное, как рукой сними. Во двор. А вдруг мы маму по дороге встретим? Да. Здравствуйте. Здравствуйте, вы будете в нашем доме жить? Не знаю. До свидания. Смотри, не упади. Под ножки смотри. Сейчас встретишь своих друзей. Мы встретим Дани. И будем с ним играть. Молодец. Привет.
Мы горим. Ну, во всяком случае, я сгораю от зверского аппетита и чувствую запах великолепной еды, которую сейчас приготовлю. Починили? Что? Починили? А, конечно, починили. Двигатель не запускался. Аккумулятор заменили и все дела. Ух ты! Месье автомеханик. А можно... Можно я посмотрю, а? Ну, пожалуйста. Честно говоря, я все равно уже пару рисунков посмотрела. Я собирался на декоративно-прикладное поступать, но не судьба. Или еще пока не судьба, еще не решил. Но точно уверен, что это мое. Шеф-повар, где же ты вы так научились вкусно готовить? Сначала попробуй, а потом скажешь. Ты чего это меня как редкую птичку рассматриваешь? Поражаюсь. Я думала, что таких уже не бывает. Алена, а что ты здесь делаешь? Почему не дома? Мама, это правда? Ты о чем? Если ты соврешь, я тебе никогда этого не прощу! Во-первых, не смей на меня орать. Во-вторых, я тебе никогда не врала и сейчас не собираюсь. И в-третьих, да. Правда. Если я перед кем-то виновата, то точно не перед тобой. И не тебе меня судить. Ленка, дочь Надежды в твоем классе учится, да? Такая сволочь! При всех громко спрашивает, ты братика хочешь или сестру?
Ну, я, конечно, не поняла, говорю. Ты не заболела часом? Она мне, ты что, не знаешь, что твоя мамаша бегает по ночам молоденьким? Мальчишки-козлы, конечно, заржали. Потом еще все 5 уроков на меня пялились. Ждали, что сорвусь. Прости меня. Прости меня, доченька. Прости. Прости. Хуже всего, что я Алёшке сболтнула. Как? О, Господи. Ну ничего, я с ним поговорю. Как расскажешь? Алён, ты вообще понимаешь толком, о чем мы с тобой сейчас говорим? Как это расскажу? Конечно, нет. Я себе-то не знаю, что сказать. Ну, ладно. Хочешь, давай я через 40 минут освобожусь, можем вместе домой поехать. М? Да нет. Что я людям буду глаза мозолить? Проплакалась и хватит. Хорошо. Пойдем, я тебя провожу. Пошли. Пойдем. А ну, подожди. Сказала. Я знаю. Она была у меня сегодня. Сейчас же выбрось все это из головы, слышишь? Ты уже взрослый, уже надо понимать. Есть люди злые, а есть те, кто завидует. Ты ведь от нас не уходишь. Сыночек, никогда и ни за что, слышишь? Никогда и ни за что. Я не брошу ни тебя, ни Алёнку. Ну, как ты мог в это поверить, а? Вы же два моих солнышка. Только очень маленьких и глупых. Ну, хватит. Давай, давай, вставай. Вставай. Бегом, 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 бегом. Бегом. А то трясешься, как воробушек. Еще не хватало, чтоб ты у меня заболел. Сейчас домой придешь, сразу же в ванную, слышишь? Сразу же. А я пойду за лекарствами. О, друг мой, а ты ведь наверняка еще даже к урокам не прикасался. Это я. А куда ты пропал сегодня?
Ладно, потом расскажешь. Мне нужно поговорить с тобой. Да, случилось. Да. Я еду. Ой, я вчера... Что? Что, сладкий? Что ты там увидел? Опять к Андрюше в гости. Это что, она? Угу. Ирина Андреевна собственной персоной. Кажется, у меня к ней есть несколько вопросов. Ну, давай. А мы прогуляемся еще раз по парку и к тебе. Ну, давай. Давай. Ирина Андреевна. Да? Простите, а откуда вы знаете, как меня зовут? Меня зовут Анжела. Я подруга Андрея. Что значит подруга? Я немного неправильно выразилась. Фактически, я его жена. Что? Этого не может быть. Ну, почему не может быть? Я молодая, красивая. И, как по мне, я ему более подходящая пара, чем пожилая женщина, да еще и с детьми. Я понимаю, Андрей деликатный человек. Он, наверное, боится вам об этом сказать. Так вот, я подумала, что мне это будет сделать проще. Я ведь с вами не спала. Пошла вон. Ирина Андреевна, подождите. Пожалуйста. Вы не сердитесь на меня. Просто я последние дни сама не своя. Понимаете, у меня положительный тест на беременность. И врач сказал, что если я сделаю аборт, я не смогу больше иметь детей. Ну, вы же мать, вы же должны меня понимать. Поэтому рожать я буду обязательно. Андрей, правда, ничего не знает? Я понимаю, честно. Вы интересная женщина. Он вполне мог вами заинтересоваться. И, может быть, если бы не моя беременность, я бы не лезла в ваши отношения. А так, совсем другая ситуация получилась. Тоби, Тоби, мой хороший. Дай я тебе поцелую. Нос холодный. Ты замерз, мой хороший. Ну ничего, мы сейчас пойдем домой, да? Лапки холодные. Иди ко мне, мой хороший. И дети. Хорошие. Ира, что случилось? Куда ты пропала и почему не отвечаешь на мобильный? Андрей Андреевич, у вас нет причин для беспокойства. Свои проблемы я решу сама. Вы меня извините, у меня много работы. Доброе утро. О, доброе утро. Доброе утро, Ирочка. Вот, я подготовила. Это все для совещания начальников отделов. Умница, да. Умница. Когда только все успеваешь. Хорошо, я сейчас быстренько ознакомлюсь. Угу. А к 9 всех ко мне. Хорошо. И предупреди ненадолго. Угу. Очень хорошо. Ир, но я правда не понимаю, что происходит. Я же вижу, тебя как подменили. Но не молчи, это в конце концов глупо. А я не рекомендовала вам себя как очень умную женщину. Я обыкновенная. Не очень молодая, не очень привлекательная. И вы правы, не очень умная. Так, скорее доверчивая. Вы как-то недавно точно подметили. Спасибо вам за урок. Ира! Ир, а где у нас годовой отчет? Что? Ну, годовой отчет, где у нас? Вот здесь. О, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Альберт Иванович вас Добрый уже день. Ждет. Хорошо. Вот, держите, это вам. Это вам. Спасибо. Это вам, а вот Спасибо. Это вам, Альберт Иванович. Вас уже ждет. Спасибо. До свидания. Да, до свидания. Ира. Вы еще не поняли, да? Вы не поняли еще, да, Андрей Андреевич? Я не Ира. Иры больше нет. Она растворилась в вечности. Меня зовут Ирина Андреевна. Ирина Андреевна. И я не обсуждаю в рабочее время личные вопросы.
Ни свои, ни чужие. Ирина Андреевна, я вот эту папочку взяла на полчасика. Хорошо, пусть будет по-твоему. Ирочка. Это, понимаешь? Ой, по-моему, не тот взяла. Хотела там принести там другой, а взяла. Сейчас принесу. Что случилось? Мне очень тяжело терять вот хорошего специалиста. А он классный специалист, понимаешь? Угу. Что ты молчишь? Не знаю, что сказать. Ладно. Возьми заявление и подшей к его личному делу. И далеко не откладывай, а вдруг он передумает. Ты чего ревешь? А? Возьми, попробуй сам. Устаешь? Отвука? Другие слезы. Ой, много ты понимаешь. Да в последнее время какая-то другая стала. Как трансформер. Трансформер. И голос такой же противный. Прямо как неживая. Не сочиняй, пожалуйста. Я такая же. Просто я устала. И папа болеет, я переживаю за него. Ну ладно, я сгоняюсь за дисками, а потом поем. А наоборот, нельзя. Лёш, посмотри, у меня уже котлеты готовы. Борщ стоит. Сейчас вон из духовки пирог достану. Да ладно, я быстро. Лёшка. Как вкусно пахнет. Есть охота. Сейчас салаты будут готовы. Вот скажи мне, зачем ты встал? Почему ты все время злишься на меня?
Может быть, я соскучился? Все равно это не повод расхаживать по квартире без тапочек с температурой. Не в тапочках дело, в тебе. Ты хотела познакомить меня с Кириллом. Не будет никакого знакомства. Мы с ним распрощались. Быстро. Не поторопилась? Боюсь, детка, что жизнь не такая простая штука, как тебе сейчас может показаться. Да. Достаточно на тебя посмотреть, чтобы в этом убедиться. Думаешь, не видно, что ты пытаешься все сгладить? Сначала была готова нас всех бросить, потом ты его бросила, а теперь переживаешь. В своих делах разберись, потом мне советуй. А то все больно умные, чужие проблемы решать. Значит, сначала ты поссорилась с ним, а теперь срываешь зло на мне. Хорошо, я пойму, даже прощу. Только, по-моему, это не очень честно с твоей стороны. Извините, дома себе места нельзя найти. Все злые и раздраженные. А ты думаешь, это происходит из-за меня? Нет, мам, из-за тебя. Завтракать, может, будешь? Сядь, пожалуйста. Мне нужно поговорить с тобой. Ну, конечно. Давай поговорим. Я хотела раньше, но... Я встретила Анжелу. А при чем здесь Анжела? Она сказала, что ждет от тебя ребенка. И ты поверил? Она была убедительна. Очень. Я растерялась. Ир. Если я тебе верю, это значит верю. А ты растерялась. Глупо вышло, да? Ее брат отмечал дембель, меня позвали. Потом они поехали отмечать дальше в клуб, а я остался с ней. Но это было год назад. Она, конечно, напрашивалась на продолжение отношений, но я сказал, что не хочу. Почему же ты тогда... Не искал встречи со мной. Ты же понимала, что что-то случилось. Но... Ты же не захотела объясняться. Кроме того, у тебя семья. Поэтому выбор за тобой. А я... Ты же знаешь, я хочу, чтобы мы были вместе. Как ты живешь? Где работаешь? Я бизнес свой начал. Круто. Оптовые поставки компьютеров и комплектующих. Получается? Вроде получается.
обо мне так иногда вспоминал. Пойдем со мной. Куда? Сейчас узнаешь. Пойдем. Я открыл комнаты. Вот. Это для Алёши. Все, что ему надо. Компьютерный, спортивный уголок. Он у тебя такой хлипкий, ему надо мускулатуру наращивать. Это для Алены. Сестры у меня не было, поэтому нравится. Где была? Сижу один, всеми брошенный, настроение хреновое, и никому нет дела. Температура есть? Есть. Температура 36,6. Здоров до неприличия. Ты же знаешь, я больше 3 дней не болею. Вот, а сегодня как раз 4-й. Так что дыхание свободное, голова ясна, глаза широко раскрыты. И я чувствую, что ты мне хочешь что-то сказать. Игорь. Да? Я ухожу. Чего-то в этом роде я и ждал. Уже давно. Игорь, я... Ты думаешь, я бесчувственный чурбан и не понимаю, что у нас не сложилось? Я всегда была уверена, что мы с тобой неплохо живем. А теперь... А почему ты раньше об этом разговор не заводил? Я пытался, но ты реагировала только на одну тему. Наши дети. А между нами уже давно бронированное стекло. Вначале ты ко мне тянулась. Была работа, диссертация. Не хватало времени. А после рождения Аленки ты стала нервная, замотанная. Потом Алешка, болезни, быт, твоя фирма. Так мы друг в друга и не проросли. Наверное, могли бы и дальше так жить, но... Не повезло мне. Если ты хочешь меня о чем-то спросить, спрашивай, я отвечу. Знаешь, я не мазохист. Во всяком случае, не сейчас. И как же мы теперь? Я сейчас соберу все вещи. Потом дети придут, я с ними поговорю.
Лёшка, наверное, со мной поедет, а Алёнка, она, скорее всего, захочет с тобой остаться. Прости меня. Прости меня, Игорь. Ты очень хороший. Ты мой родной, ты... Пожалуйста. Прости меня. Прости. Прости меня. Это то, о чем говорила Аленка? Да, сынок. Но ты же сказала, что это только сплетни. Ежик. Ежик, родной мой. Мне сейчас очень трудно. Мне так нужна твоя помощь. Так все сложно. Сразу не объяснить. Мы сейчас едем к нему, да? Да. Дядя Андрей очень хороший. Ты знаешь, он приготовил для тебя замечательную комнату. Вы с ним подружитесь, правда, я уверена. А с папой, пожалуйста, ты можешь видеться каждый день. Лёш, ты куда? Подожди. Подожди. 100 лет мне нужна его комната. Да пошёл он сам. Куда подальше? И хватит называть меня ёжиком. Я тебе вообще не игрушка, чтобы таскать меня туда, куда тебе захочется. Сядь. Хорошо. Хорошо, завтра утром ты поедешь к папе. А сейчас я тебя все равно никуда не отпущу. Уже поздно, Андрей. Куда идти? Пойдем покажу. Вот, это твоя комната, располагайся. Постельное белье в шкафу. Хочешь, расстилай, хочешь, нет. Завтра куда-нибудь торопишься? Ну, хорошо, значит, будильник не завожу. Как встанешь, так встанешь. Тогда и поговорим. Все. Спокойной ночи. Тяжело. Тяжело. Кирилл? И почему ты не звонил? Можно подумать, ты сам не знаешь, где я была. Да, тест положительный. И срок уже большой. Да ну а что я, по-твоему, могла решить? По крайней мере, вбей это себе в голову. Убивать я его не стану, ни с тобой, ни без тебя, понятно? Если ты этого не хочешь, значит, как-нибудь справимся без тебя. Какой ты подонок. А с лимончиком попробуй. Оп.
очень-очень вкусно. Ну, попробуй, попробуй, тебе понравится. Ну, точно тебе говорю. О, добрый вечер. Привет, Аленка. А где мама с Лешкой? Аленка, а что ты не раздеваешься? Давай, снимай свои доспехи, мой руки и к нам. Малыш, мама взяла Лешу и ушла к другому папе. Ну, что ты себя мучаешь? Лешка тебя любит. Может быть. Но его мама нет. Ну, конечно, и ты поступаешь очень по-мужски. Залить горе – святое дело. И тетя Алла тебе так сочувствует. Тетя Алла, может быть, вы ему еще утешиться поможете, а? Его сейчас такого еле тепленького, никому не нужного, очень легко к ручкам прибрать. А я и не знала, что ты такая вострая на язычок. За что отцу и так плохо? Да всем плохо, мне одной хорошо. Ты горешь? Игорёш, тебе нехорошо? Игорёш. А? Не, нормально все. Ну, Игорёш. Омары были лишними, извини. Не моё. Где у вас аптечка? О, Господи. Телефон. Телефон. Где сумка моя? Лучше бы они сидели в своих норках. Алло, скорая. Человеку плохо. Сердце. Адрес. Квартира 15. Игорь, что там номер дома? 7. Да. Да. Ребят, привет! А я пришла поздравить вас с началом новой жизни. Ой, вот Новый год, новая жизнь, логично. У нас там фирма «Весь мир», а у вас? Ну да, я без приглашения. Очень уютное гнездышко, правда. Ну и Лёшку уже пристроили. А где моя комната? Это она? А позволите войти? Ой, боже мой, какой дизайн! Ну, просто сплошняком одни дизайнеры вокруг. Мамочка, ты у нас такая толковая. Такого мужчину нашла, ну не то, что наш папа. Теперь-то я за тебя спокойна. Только смотри, чтобы не пришлось пожалеть. Ты не переживай, у нее просто истерика. Это пройдет. Алло. Да, Алла. Что? Говори громче. Когда? Ты скорую вызвала? Уже уехала? Ты номер записала? Давай, диктуй. Я запомню. 184-62-47 или 6? 7. Алла, сейчас придет Алена. Ты ей, пожалуйста, сразу не говори, ты подготовь ее. И, пожалуйста, не проговори, что это сразу после ее ухода. Да, я сейчас больницу наберу, потом тебе перезвоню. Игоря отвезли в кардиоцентр. Скорее всего, это инфаркт. Мам, звони скорее! Да. Алло. Алло, извините, пожалуйста. Игорь Сергеевич Колыванов. Только что поступил с подозрением на инфаркт. Я жена. Мама, не молчи. Что?
Алеша. Сыночек, я... Мой сын... Слушай, поминать пришли, не гоже с пустыми тарелками сидеть. Хороший человек был, Игорь Николаевич. А ты, видать, сестра его. Вежливый, приветливый. Всегда поздоровается. Я у них сторожем. А жена его где? Тихо ты как-то говоришь, не слышу я. Ты что? Игорь перед смертью... Племянцы, что ли, будешь ему? Я хотел, чтобы он печатался в нашем журнале. Он был очень талантливый. Аркашенька, а ты помнишь, в 5 классе ты на день рождения подарил ему рыбок? А у нас тогда аквариум не было. И я была против. А он так настоял на своем. А потом привязался к ним. Привязался на всю жизнь. Сыночек мой. Игорь был исключительно порядочный и добрый человек. Хороший сын и заботливый отец. И не случайно ушел от нас накануне Рождества Христова. А такое случается только с чистыми людьми. Пусть земля ему будет пухом, и пусть Господь примет его в Царствие свое. Алена! Алена! Доченька, ты уходишь? Останься. Папа, наверное, тоже просил тебя остаться. Алена! Антонина Михайловна. Бабушка, пойдем, нас машина уже ждет. Да. Антонина Михайловна, дорогая, держитесь, держитесь. Я понимаю, такая утрата. И прошу вас звонить. В любое время звоните. Хорошо. Еще раз наше соболезнование. Лешенька, а ты куда? Бабушка. Пожалуйста. На 9 дней я вас всех жду. Обязательно. Обязательно будем. Пойдем. Съездим на кладбище и пойдем. Сразу... Леша!
Это ночь святая, это ночь спасенья, возвестила всему миру тайну Бога воплощенья. Возвестила всему миру. Господи, я совсем забыла, сегодня же сочельник. Сейчас, родненькие, я вам гостинцы принесу. Пастухи у стада где-то были в эту венчики. Ночь Венечка. Не спали. Венечка, шоколадка. Святые сейчас, ветры, сейчас, стойте. Так, тише. Где? Вот. Вот где. Вот. Не могу. Не могу больше. Не могу. Свободны. Теперь никому до нас нет дела. Любимый мой. Родной. Они думали, меня уничтожили. А я счастлива. Я так счастлива. Хочешь, я тебе ребенка рожу? Хочешь? А меня все равно все бросили. И Аленка, и Алешка. У меня теперь ни детей, ни мужа. Боже мой, Игорь. Ой, бедный Игорь. Он всегда такой нежный, такой ласковый, такой преданный. Он меня не обидел. Представляешь, он меня не обидел. Он даже в собственном горе меня пожалел. Если б знать. Если б знать. Если бы только можно было все вернуть. Дети меня не простят. Мои дети меня не простят. И я сама. Я сама себя не прощу. Почему ты мне не отвечаешь? А? Ну ты же меня не бросишь. Нет. Что ты смотришь на меня с такой жалостью? Ты меня совсем не любишь. Не страсти. Ничего. Ничего. Ты чужой. Ты нам чужой. Не надо. Это все ты. Ты.
всем виноват. За что? Что не надо? Не смей ко мне прикасаться! Привет. Все хорошо? Да. Солнце мое, ты меня так не пугай. А то я уже дверь собрался вышибать. Да я что-то сидела и уснула. Совсем такая глуша стала. Вот, давай, наяривай. Тебе скоро все силы понадобятся. Да ну что ты, перестань. Ну, я же не бегемот какой-то. Да и Ирочке столько не нужно. Мы с ней фигуру бережем. Так, кончай глупости говорить. Как ты себя чувствуешь? Вполне. Кирилл звонил. Что говорит? Типа раскаивается. В гости напрашивается. А что ты? Думаю. Дядя Андрей, ведь если он не хотел ребеночка, вряд ли из него хороший отец получится. А нам с Ирочкой плохой не нужен, правда? Ну и не торопись. Знаешь, жизнь, она сама все на свои места расставит. Что? Алена! Алена!
Здравствуй, Ира. Ты поговорила с настоятельницей? Я все понимаю и не могу торопить тебя. Но ты очень нужна мне. И дети без тебя совсем извились. Здравствуй, мам. Здравствуй, Алёшенька. Пойдем. Я хотела вас познакомить. Это Кирилл. Очень рад познакомиться с бабушкой моей дочки. Я вижу, что ты счастлива. Я молилась. Слава Богу. Мы не можем без тебя. Мама! Мам!